И всем привет, дорогие друзья, с вами Максим, канал Анрулагон, и я хочу продолжить проходить вместе с вами Зомбатрон. Прикольненький такой платформер, если кто впервые смотрит это видео, про дикую необузданную планету с какими-то там своими секретами и вот такого космодесантника, который тут всех аннигилирует, ну почти всех. Вот, у нас не так давно появились новые достаточно мощные враги, но при этом у меня появилась достаточно мощная пушка. Пушечка моя, вернее, дробаш. Вот, и сейчас я надеюсь, что мы сегодня найдем какого-нибудь нового босяру. И покажем всем здесь, где раки зимуют. Показал. Причем этот, главное, не сдох. Вот в чем прикол. Так, ну-ка. Бошку прям. Отлично. А какое у меня второе оружие стоит? По-моему, скорострелка, да? Да, скорострелка. Ну, в принципе, если она попадает в голову, то она, скажем так, достаточно опасное оружие. Смотрите-ка. Один залп, и вот этого бронированного гада нет. Хотя, в принципе, дробаш тоже справляется. Это что, подобрать можно? А, нет. Блин, забыл. Забыл. Сейчас бумер второй раз. Ах ты! Чтоб тебя! Не знаю, я уже говорил и повторюсь, что мне эта игра прям... прям зашла, да. Она прикольная. То есть она не напряжная, у нее хорошая атмосфера, хороший саунд. В принципе, нет каких-то глюков, лагов и прочего всякого. Непотребство. Опять что такое? А если еще раз? Он же, по идее, должен вниз спуститься, нет? Видимо, нет. А, вон, есть вниз. Оу, да блин. Так, а это жирный. Патрошек, конечно, потратил на него много, но у меня 4000 их, так что могу себе позволить. Так, а это что? Непонятно. А это что? Ага. То есть мне нужно выстроить, по идее, прямую линию. Ты откуда взялся? Посейдон, блин. Так, а, вот, вот, вот это, наверное, вниз ведет, да? Фига себе. Пипец, вообще. Причем, когда начинаешь перезаряжаться, то уже ты не можешь бить в ближней атаке, к сожалению. Грустно. Очень грустно. Так, ну что, ладно, все. Собрались с мыслями. Теперь мы знаем, что нам нужно делать. Раз. Два. Три. Сейчас постараемся стрелять максимально эффективно. Нормалек. Кстати, а может быть, имеет смысл оставлять все вот эти вот ломающиеся штуки, потому что они через них не проходят. Угу.
Мне нужно вниз. По идее, все мне нужно вниз сейчас. И, кстати, мне показалось, ли там стоял вот этот робот, или кто он. И он стоял прямо на колючках, и ему ничего не было за это. То есть в этой игре, по-моему, наказывает только меня одного. О, ух ты. Да ладно, 3 выстрела в голову из дробаша, и только тогда он умер? Мне кажется, блин, достаточно одного разряда, и все, и у тебя башка это месиво. Дверка. Дверка не открывается. Опа. А, вон и враг. Не победишь ты меня. Не дождешься. Сохранялка? Нет. Назад. Вот же ж гады. Ага, все, она... Придется хилку использовать. Опа. Есть, а точка сохранения. Ой, аптечечку нашли. Какая красота. Оп. Ну не знаю, давайте вниз сначала посмотрим. Такая достаточно разветвленная система. Вот это что такое? Еще ниже сделал. Вообще, наверное, не стоит. Так. Еще без патрона пошел, офигеть. Не перезарядился. Как следует. Угу. А ты у нас за что отвечаешь? Ну, следовало догадаться. Все, нам осталось только одну, короче, поднять. Все будет в абажуре. Прыгай. Хоп, разбежался. Молодец. Вот откуда ты взялся? Я ж там чекал. Ты откуда-то, тварь, взялся? Какую-то нужно поднять теперь, а какую из них? Вот это, наверное. Ну да, похоже на правду. Все, вроде как путь мы построили. Вперед. Люблю, когда так происходит. Ай-яй-яй, зря я это сделал. Ну, мне было интересно. Но теперь я знаю, что так было не надо делать. Так, а мне нужна вниз платформа. Вообще так до сих пор непонятно, то ли я давно не играл уже, сколько, наверное, месяц, а то, может, и больше. Непонятно, а что мы в итоге-то нашли, что это за место. Или мы находили, просто я уже забыл. Наверх. То ли это какая-то... То ли это корабль космический, я не помню. То ли это исследовательская база. Да, вот хреново, когда я играю в игру через достаточно продолжительное время. Но с другой стороны, Зомботрон это не такая уж прям мощная, я думаю, по сюжету игра. Тут больше все-таки крошилово-мочилово.
Давайте купим патрон побольше. Аптечка. Мне их 6 штук, в принципе, я думаю, не стоит. А вот там что за патроны? Они мне подойдут? Так, для любого тяжелого автомата. Я хожу сейчас с осуждателем. Осуждатель у нас использует не такие патроны. Не для тяжелого. Он у нас использует вот эти. Обычные боеприпасы для пистолета-пулемета. Ну, я думаю... Блин, а... Подожди, а у меня тяжелые есть? Давайте купим. У меня, по-моему, есть какое-то тяжелое вооружение. Вот, кувалда, по-моему, использует. Да, кувалда использует тяжелые патроны. И я думаю, это хорошая вещь будет. Против босяр каких-нибудь. Все, благодарствую. Но тут начинает, кстати, ломать... не ломаться. Но, по крайней мере, хромать логика игры. Потому что... Вроде как инопланетная... сооружения, да, какие-то тут монстряки, но при этом есть патроны для человеческого оружия. Не это ли странно? Так, если я выстрелю, то он упадет прямо на меня. А вот так вот можно. А, блин. Я был близок к провалу. Очень близок. Не могу посмотреть, сколько там осталось. Ну ладно. Погнали наверх. Пока давайте вспомним, что мы знаем об этом мире. Я так, для себя. Мы знаем, что это какая-то дикая планета. Мы знаем, что сюда упал какой-то наш шаттл. С нашими товарищами, бойцами, не знаю, короче. У нас спасательная операция, по сути. Вот, здесь есть дикая фауна. Здесь есть разумная форма жизни. Ай, блин. Я молодец. Вот. А, отлично. Вот, значит, есть разумная форма жизни, а есть вот эти вот киборги, не знаю, кто они такие. Но, судя по всему, это живые существа. Почему-то у меня такое подозрение. Ага. Понятно, подложил себе свинью. Вот, так, и что еще? Мы вот нашли какое-то вот это сооружение, которое как пирамида. А больше-то я не помню, что мы еще что-то находили. По-моему, находили какие-то журналы здесь. А, и тут рассказывалось об эпидемии. Да, если мне не изменяет память, у меня, по-моему, сохранились эти журналы. А, нет, я их, скорее всего, удалил. Да? Да. А тут есть что-нибудь типа journal? Нет? Нет. То есть просто иди и мочи всех. Вот, ну просто я помню, что да, мы находили какие-то там были записи по поводу того, что члены экипажа себя там странно как-то ведут, что у них, по-моему, да, как-то им эпидемия возникла. Как все это связано с друг другом, я пока не понимаю. Вот, и почему все эти записи делают на инопланетных структурах, тоже пока не ясно, но я думаю, мы во всем разберемся, потому что...
пока мы что точно знаем, что вот эти вот а-ля киборги утащили наш звездолет на запчасти. О чем нам сказала разумная форма жизни местная. Опа. Так, давайте входим в образ. Не стреляй, я не собираюсь нападать. Ого, оно разговаривает. Эш, как тебе такое? Я не могу определить степень агрессии в силу отсутствия надлежащей программы. Так что, может, вам не пристреливать, капитан? А, может, вам его пристрелить? Господи. Ну, не будь как я, Эш. Давай попробуем побеседовать. А пристрелить успеем, если что. Вы капитан, вам решать. Но оружие с предохранителя советую снять. Приветствую. Кто ты? Ты первый представитель мертвяков, который разговаривает. Я Арлин Хан. Первый архиватор... Архиватор? Архиватор главного гептинанида. Третьего инфатора. Я не могу читать с выражением вот эту вот байду, честно говоря. Так, я Арлин Хан. Первый архиватор главного гептинанида. Третьего инфатора. Окей. Я один из немногих, сохранивших разум после проклятия эскорта Минарха. Очень интересно. Мы извлекли из недр древний артефакт, но за это мариты наложили на нас проклятие. Так. Но проклятие нечто антинаучное. Ты судишь об этом на основаниях тех научных достижений, которые обладает твоя раса. Но не все расы во Вселенной развиваются по одному пути. Магия для маритов – это то же самое, что наука для твоей расы. Мариты? Это название твоей расы? Нет, мы называем свою расу Йолутан, а мариты – это более высокоразвитые существа. Как главный архиватор, я имел доступ к древним знаниям и предупреждал гептонида о возможной опасности. Но никто не послушал меня, и вот к чему это привело. А еще кто-то из Йокатунов сохранил разум? Мы Йолутан, возможно, но точно мне это неизвестно. Я ищу базу мусорщиков. Возможно, ты их знаешь, как драйдов. Я понял тебя. Да, действительно, вырожденцы имеют свое поселение за пределами гор. Но если ты идешь через Тархонам, город Йолатан, то твой путь может пролегать через старые шахты. Вот шахты заблокирован инфатором. Инфатор не сохранил разума и опасен. Значит, придется убедить его отдать ключ. Возможно, грубо. Удачи, представитель расы людей. Прими в дар этот кристалл памяти. Там собрана основная информация о событиях некоторых тысяч лет на этой планете. Ого, спасибо. Изучим на досуге. И... А где кристалл-то? Опять обманули. Так. Печечка-буржуйка, дрова. То есть они... Типа некронов из... Вахи. Да? А, вот он, инфочип. Так, и на меню у меня ничего нету. Вообще ничего. Так, кроме вот этой крутой гранаты, которую мы продадим. Чтобы изучать лор этой игры, нужно избавляться от боеприпасов. Это как-то неправильно, мне кажется. Безделушка. Карта доступа разрешает активацию устройств с розовым уровнем допуска.
А, это ключ-карта. Все, понял. Давайте-ка поднимемся наверх. Я что-то не помню, там сверху была какая-то дверь? Или нет? Нет, нифига тут нету. Нет, не падай, дебил! Хорошо, что я сохранил эту штуку здесь. Ой, да. Видимо, как чувствовал, что пригодится. Так, с розовым доступом. Вот, вот это. Так, у нас есть какая-то раса маритов, которые типа очень умные, очень развитые. У нас есть раса вот этих вот неживых. Да. И у нас есть еще вот туземцы местные. Сколько тут раз на самом деле на одной этой планете. Хотя с учетом того, что на нашей планете как бы тоже мы делимся на расы. Но с другой стороны, мы все люди, у нас там нет, не знаю, например, у азиатов нет рогов, у русских нет хвостов, не знаю. Так, перепрыгну? А, кукиш там. Нет, конечно же. Умри! Когда я начинаю мощно стрелять в этой игре, я вспоминаю крутого Сэма. Опаньки. А я думал, она упадет. Фига себе. Вот это прыжок. Какая-то тревожная музыка играет. А у меня, кстати, патроны кончаются. Давайте-ка мы перейдем на что-то более... На что-то более такое. О. Все-таки 4000 это не 20 штучек. Тара-та-та-та-та. Помимо озвучки персонажа, я решил еще озвучивать. Ух ты! Помогите. Черт, черт, черт. Очень жарко сейчас. Так, таракан, защищай мою честь. Собака. Когда-то и в меня вела дорога приключения, а потом мне прострелили колено. Все, да? Прямо это, на последнем дыхании заборол. Эх, надо было сфоткать того дурня. Не знаю, мы уже, наверное, вернуться не сможем, чтобы его сфотографировать. И до босса, видимо, нам еще далеко, потому что тот чувак нам сказал, что у нас путь проходит через земли каких-то там бурдалаков. Вот. И там у них еще этот инфо кто-то, который сошел с ума. Короче, нас ждет много чего интересного. А я не могу это взять, а почему? Что это такое? Оглушающая бомба, нафига ты мне нужна? Мне лучше ключ обходной. Карта доступа. О, вот это я люблю, когда с первого выстрела падают. Идиот.
Конечно же, персонаж идиот, не я. Зараза. А тут все я смотрел? Мне кажется, что-то где-то пропустил. Ух ты, боеприпасики. Так, прыгай. Что у меня там с патронами для дробовика? Вроде нормально. Но все-таки... Нет, опять идиот! Та же самая ошибка. Что за фигня? Оп! Да, я теперь научен горьким опытом. Ух ты, блин. Теперь ты упади. А вот он умный. О, потайный ход. Что, там ничего нет, что ли? Какая-то подстава, ребятки. Ух ты, шлем какой-то лежит. Давайте-ка посмотрим, а что я могу выкинуть, чтобы взять этот шлем. В принципе, могу гранату продать. Итак, что же это у нас за шлем такой? Брони добавляет. А, шанс заблокировать урон, плюс к броне, плюс к ловкости. Плюс к выносливости, шанс к урону от взрывов. А, нет, просто... Плюс урон к взрывам. Плюс не... какая-то золотая голова эпическая. Какая-то нафиговая эта золотая голова. А по броне что? У этого броня 9, у этого броня 22. Давайте оденем, попробуем. С ней походить. А, вот это... Она убавляет и ХП, и броню, да? Да, то есть эта ХПшка нам добавляет с броней. Ну, тогда лучше ее, наверное, шлем этот носить. А куда мне теперь деваться? А, вон. В принципе, я могу и гранаты кидать, но мне что-то пока не хочется этим заниматься. О, едет. Кого же нам там ожидать, интересно? А в чем прикол? Стоп, у меня есть зеленый... Ключ, карта, нет ее. Не понимаю, куда сейчас идти.
Там я был. Туда я уже не поднимусь, видимо. Идиот. Все по новой, что ли? Да. Блин, а вот эти вот падения, конечно, это моя вина, но все равно неприятно, что так сделано. Что обычно в платформере ты там, ну, если падаешь, то я обычно от этого ничего не бывает. Вот я вспоминаю Chasm, да, там, по-моему, с какой высоты не упадешь, все равно. А, смотрите, он цвет меняет. Отлично. Ох-ох-ох-ох, это я зря. А, все, отсюда я уже не поднимусь, да? Ладно. Вперед! Собака. Я помню, вас там дюже много, поэтому я теперь аккуратненько буду идти. Может быть, даже кину у вас одну гранату. Ради интереса. Все, да? Готово. Ну, умри. Есть контакт. В этот раз уже прошел достаточно быстро и достаточно просто. Все забрал, да. Когда мне же уровень дадут? Мне нужен новый уровень. Еще один стоит. Есть. Оу! Да нет, ну блин. Не в ту сторону направил пушку. Как так можно? Там еще один, да? Насколько я помню, был.
А как свет включить? Мне кажется, я должен там... Блин, у меня нет ничего такого, типа фонарик. Но я почти уверен, что мне нужно сделать что-то здесь. Нет. Так, непонятно. Пусть пока он тут останется. Я вот понять не могу, а куда мне дальше-то? Я тут вроде все обходил. Интересно. Может, назад? Тут никакого ответвления не было. Но вроде не похоже. Блин, а что делать-то? Как быть? Ладно, поднимемся наверх, посмотрим, может, я что-то проглядел. Дырок в стене я вроде тоже не вижу. Возможно, вот здесь где-то оно. Нет. Не понимаю. Дайте подсказку, пожалуйста. Помощь другу. Звонок, вернее, другу. Что-нибудь. Конечно, понятно, что я могу посмотреть на Ютубе, но... Даже не на Ютубе, наверняка есть и текстовые описания прохождения. Но я-то хочу понять... А у меня есть какой-нибудь, давайте посмотрим, фонарик, что ли? Нет, даже в помине ничего такого нету. Реально что-то нажать там должен, я этого не вижу. Нет. Блин, по стенам я тоже прыгать не умею. Чё ты... Чё за фигня? Что я должен здесь сделать? Что? Кто-нибудь подскажет? Я думаю, здесь нельзя, нельзя же зафейлить основное прохождение, понимаю? Там, если ты не сможешь из-за своей ошибки получить какую-нибудь плюху, да, секретку, но уж основное это прохождение должны как-то описать, как его проходить. Как я раньше вверх смотрел? Я же как-то смотрел. Опс, наверное, зря это сделал.
может и не зря. Так, было близко. Куда теперь, блин, идти? Все, я перебил всех на этом уровне. И я не понимаю, что дальше от меня требует. Кстати, Антон, по-моему. Блин, и карты местности нет. Где-то наверняка есть либо потайная стена, либо что-то в этом духе. Идиот. Блин, ну я реально не понимаю. Выход с локации невозможен. А куда же он возможен? Но вот такое ощущение, что вот, вот здесь должна быть какая-то потайная стена. С этой стороны. Как бы прыгать и пытаться сломать какую-то стену здесь наугад, но это чревато. А, вот и идиот. А, ну, блин, зачем это так было сделано? Ой, блин. То есть лифт без остановки ехать не мог туда. Понимаете, насколько это... Насколько это странно сделано? Я думал, что все, он уперся в свой, как бы, максимум. Маленькое отродье. Сдох неправильно. Самые выпились. Какие-то, возможно, хорошие ботиночки. Так, каких у меня патрон нет. Для пистолета-пулемета. Купим. Так, военные... А, весенние сапоги. А у меня какие? А у меня ботинки ученого. Ну, давайте купим, посмотрим, что они себе представляют. Так, броня получше. К силе шанс блокировать урон. Максимальному здоровью шанс найти лечилку. Гарантированный плюс один опыт после каждого убийства. Но броня хуже. Давайте-ка мы все-таки их наденем, наверное. Будем чуть-чуть помощнее.
Ага. Еще не конец уровня. Вот я думаю, сейчас дойдем до конца уровня и на этом мы закончим. Вот, немножко начинает утомлять этот уровень. Эти враги. Да, конечно, иногда бывают острые динамичные моменты, прям... Ты думаешь, вау, вау, вот это экшон. Но начинает все-таки напрягать, надо смену какую-то локации сделать. Где мы оказались на этот раз? Давайте так чекнем. А, во. Разговорчик. Эш, да угадаю, блок данных расшифрован. Не совсем. Информация не зашифрована, но она на неизвестном языке. Моя iOS не поддерживает подходящих словарей, чтобы прочитать данные. А мы хотели, чтобы все было просто, да? Значит, мы ничего не знаем про инфатуры и каким оружием его побеждать. Тем, что есть в наличии. Логично. Но инфатор, я так понимаю, это какой-то большущий робот. Или некрогигант-робот. Магазин. Ух ты! Ах ты маленькая зараза. А вот инфатор. А, да, я же совсем забыл, у нас есть еще роботы-копатели. Блин. А как сражаться с этим инфатором? Так, 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 что тут есть? Ракетница. Не, давайте пока не ракетницу возьмем, а... Выбрать. Я сказал выбрать, а не выбросить. Надеть. Вот, попробуем из большой берданки по нему стрельнуть. Но эта арена все-таки получше. Ух ты! Инфатор, ты что творишь? Отстань от меня. Так. Я уже думал, это самонаводящаяся ракета, я уже испугался. Блин, надо было ракетницу покупать все-таки. Вон, я смотрю, ракета куча валяется. А вот это не ракетница валяется случайно. Но пока сильно каким-то опасным соперником он не кажется, но возможно у него будет вторая фаза. Ау.
Не могу взять оружие. Нет, не умирай. Блин. Так, ну здоровья хотя бы у него не так много. А давайте-ка мы... Он же не будет лечиться, да? Давайте-ка мы выбросим... Что мы выбросим? Ага. Ракетница, давай. Так, и вторым оружием мы ее и наденем. Нет, не то я сделал. Подожди, дробовик. Вот, ракетница. Все. Ай! А, блин. Блин, долго она перезаряжается, эта ракетница. Блин, прыгай. Зараза. Да, все-таки без скорострельного оружия как-то очень плохо. Зараза. Ага, боеприпас кончился. Так, 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 так. Что бы нам взять теперь? Вот это, наверное, можно. Нет. Вот это. А, блин, да чтоб тебя. А, смотрите-ка, а оно ему вообще никакого урона не наносит. Ну все, наконец-то. А его как-то можно на атомы разложить? Есть контакт. Все, всех поубивали. Не, ну прикольненько, прикольненько. Неплохой бой. Вот, и все-таки скорострельное оружие должно быть в пуле обязательно, хоть какую-нибудь. По-хорошему, конечно, иметь вот эту вот первую пушку, с которой я бегал. О-о-о, а ты что такое? Так, 320 рукопашная.
Вот эта хрень можно продать сразу. Вообще ненужная. А вот это что я взял? Мясорубка. Патроны вот эти у нас для тяжелого оружия. Скорость 4, скорость 7, точность. У него скорость хуже, точность хуже. Обстрела получше. Емкость магазина. А, погодите, скорострельность 4, это значит, что быстрее? Нет? Нет. Опыту к урону от разрыва. А это... К урону при блоке, к урону при промахе. А. Так, ну ракетница, в принципе, прикольная вещь. Так, дробовик оставляем. Автоматы, пистолеты. Вот надо автоматов побольше повыкидывать. Каких-нибудь. Ох, золотишко прибавилось. Так, ну что. Посмотрим, куда нас приведет эта фигня. Куда-то она нас привела. А, все, шахты. Жить найден секрет. Ты умри ты. О, сколько я понабрал там всего. Патронов. Блин, где конец уровня? По идее, когда ты убиваешь босса, должен быть конец уровня. Это за фигня. Или мы просто настолько привыкли уже к такому формату. А, ну вот, вот он, конец уровня, все. Эш, это говорят твои... А, Эш, что говорят твои сенсоры по поводу шахты? Есть там агрессивная живность? Капитан, мои сенсоры фиксируют наличие большого количества механизмов. Полагаю, это шахтерские роботы. Звучит безобидно. Это же простейшие механизмы, они не должны быть опасны. Он только что видел, как робот-шахтер на него напал с лопатой. Он дурак? Он дурак. Все, товарищи, на этом тогда мы с вами заканчиваем. Переходим в новый локу, происходит сохранение, и мы отсюда выходим. Да. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. И увидимся в следующих роликах. До новых встреч. Всем пока-пока.